Новый вброс уже активно идет по украинским соцсетям, очень активно идет, но также перепостило несколько говно-СМИ. Пресса UA и UA-Info, что вот это вот ну, лучшие средства массовой информации, News Daily, что-то такое. Короче, я их даже не ставлю, я вам покажу только Facebook. Новый фейк. Ужасная новость из Донецка. Российские террористы устроили публичное сжигание солдат ВСУ прямо посредине улицы. Фотофакт, максимальный репост. Сволочи написали даже его фамилию, имя, отчество. Это солдат, реально пропавший еще в 2014 году. Вот, в нашем распоряжении есть ужасное фото. Руслан не выдал имени патриота Украины, который находится среди террористов под прикрытием. Всю ночь бедного Руслана тра-та-та. На фото видно, короче, сожгли его в парке. На фото видно, что вокруг гуляют люди. Никто не заступается за бедного хлопца. Вот здесь вот они его пытают. Вот здесь вот со свечей. Видите, капают. А вот уже его сожгли. Вон там действительно ходят люди. А никого из тех идиотов, которые перепостили этот бред, не смутило то, что у сжигаемого солдата в руках автомат. А перепостило немало. 2587 публикаций. Выродки, убивать ублюдков. Не надо козлам амнистию. Слава героям. Никому в голову не пришло из вот этих вот 2600 людей, что солдата сжигают с автоматом в руках. Ну подумать же, логически посмотреть, перед тем как проклинать, перед тем как кричать убивать их, сжигать живьем тоже, вешать и все такое. Ну неужели трудно подумать? Ну вы же себя называете умным народом, ёптель-дроптель. Вы же мой народ, да почему же нельзя просто напрячь кусочек мозга? Не надо весь, кусочек мозга напрячь, короче. А теперь, 2011 год, тайский спецназ, вот он, спецназ. Тоже, видно, пытают, видите, солдаты ВСУ, наверное. Вот, топят солдатов ВСУ. О, знакомая фотография, не правда ли? Ну вот, солдаты тайского спецназа. Ой, а кто это? Донецкий парк, наверное, да? Топят солдата ВСУ. Ну, это мы уже видели. Пытки. Нет. Мучают, разрывают на части. Тоже знакомая фоточка, не правда ли? Твари, которые это разжигают, отлично знают, что они делают. И твари, которые это разжигают, добиваются своего. А вы, ну, я обращаюсь к тем, кто это несет. Напрягайте все-таки маленький кусочек оставшегося мозга. Пока.